Привет! Это у нас подставка под ноутбук, бюджетный вариант, моделька P1. Подходит для ноутбуков до 15,4 дюйма, но скажу, что она имеет свои особенности. Полностью выполнена из пластика, есть прорезиненные места и вот такой вот мешок имеет для транспортировки или хранения. Здесь у нас находится сама подставка, она раскладывается вот так вот. Имеет необычные такие свои возможности по движению. Удобно складывается вот так. Если ее разложить и используя вот такой вот метод открывания, то здесь можно использовать вот эти ножки, чтобы подставить. И здесь мы их фиксируем, например, на вот вторые отверстия от края. Все. Она очень хлюпенькая, вот поэтому ее особенность. Тут можно ею играться, подстроить, но лучше всего она вот в таком вот состоянии стоит. Сама по себе она максимально, что может опуститься, вот на такой вот радиус от поверхности стола. Что кажется не совсем даже хорошо. Здесь все прорезинено. С обратной стороны тоже имеются некоторые места для фиксации на поверхности. На 15,4 это максимальный предел. Конечно, кто-то умудрится выдерживать вес, хлюпенькая, но если максималочку поставить, почти как для чтения книг, то, мне кажется, ноутбук может просто отсюда съехать, если он довольно габаритный. Нетбуки еще, может, будут стоять, а ноутбуки нет. Теперь давайте протестируем ее в деле. Устанавливаю на предпоследнее отверстие и ставлю ноутбук. Посмотрим, как он держится. Держится, честно говоря, не очень. Идет перевес в сторону экрана. Теперь устанавливаем на самое последнее отверстие и также проверяем на устойчивость. Ничего, друзья, не поменялось. Кажется, для 15-дюймового ноутбука с таким весом не подходит данная подставка. Идет перевес. Вот если бы опустить на вот такой вот уровень, тогда бы еще другое дело. Возможно, бы стояло. Но, к сожалению, там нет отверстий. Разве что их сделать самому. По своему личному опыту и проведенным тестам могу сказать, что максимальный размер для нетбуков размером 13,3 дюйма или меньше. В принципе, для такой суммы, как 7-8 долларов, допустимая цена. Но лучше доплатить, как я считаю, еще 3-4 доллара и купить металлическую. Они есть в продаже, и по ссылке в описании я тоже и на эту подставку для ноутбука, и для металлической тоже оставил. Всем спасибо, ставьте лайк за труды. Пока.